Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем в Smash вместе с Фрешем. Всем привет. Да, на сервере Shotbow. Мы вообще давно уже не играли в этот режим, так как Smash не было дома, он ехал куда-то. Что, Smash? Ну так мы же на сервере Smash. Ладно, Фреша не было дома. Да хрэ меня лупасить. Его не было дома, потому что он куда-то там улетал. Давай рассказывай, куда. Я улетал. В этот... Блин, у меня тёплые края, короче. Да, в южные тёплые края. Да, он, короче... Офигеть. Он был на от... Да хрэ... Я был в Турции, в городе Анталия. Да, не бей, не бей, не бей, не бей. Да я вижу. Помнишь, как это, когда мы с тобой вдвоём играли? Ай. Я, короче, стену проломил. Я видел. Так, 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 так. Да, короче, я отдыхал, было очень тепло, классно, супер. Ну, понятно. Офиген. Короче, поэтому мы не снимали, так как он... Да. Ну, в смысле, не мы, как бы, мы вместе с ним не снимали, потому что он улетал, да. С кем? О, говорю, мы с тобой не снимали, потому что ты улетал. Не, послышалось с этим, с Винди. Я сказал с тобой. А, кстати, ребят, сразу скажу, потому что, короче, это важно. Вот вы все знаете, что сейчас Эдисон снимает летсплей свой, как ну, сумеречный, да, сумеречные похождения, и как там, короче, про сумеречный лес. Ну, да. Вот. И я вот сейчас недавно сделал сборку на 1.6.4, Starcraft 4, там тоже сумеречный лес есть. Тингер Констракт, вот, и все самые офигенные RPG-шные моды. И вот ваша идея. Да точнее, как... О боже, как ты меня за этот. Да, я знаю, я видел. Вот. И я вот хочу ваш. Ну, вас спросить, а вот если Эдисон будет приходить на мой летсплей, ну или там снимать вместе, да? Ну как вам будет? Это типа Хексит, только на 1.6.4. То есть и это будет очень офигенно. И с там крафтом. 4. Да, там в 4. Уже за звук был, слышал? Не знаю. Такой, это, короче, как из бетки. Вообще мне ностальгия. Ой, сори. Вот, там крафт 4 вообще офигенно. Вот я сейчас туториал посмотрел, я просто офигеваю. Я вот сейчас очень хочу с ним поиграть. Пипец как хочу. Там столько изменений. Там теперь это... короче, помнишь, как это в третьем было? Хотели сделать, например, очень много вещей, и у тебя, например, в палочке не хватало энергии, ну. и ты создавал более лучшую палочку, да? Ну. Вот, и как бы все аспекты, которые не хватало энергии, они исчезали, помнишь? Ну. А теперь никакие аспекты не уйдут, только вода может закончиться. Да, вот, в котле там... типа или где? Да, в котле, там только вода может закончиться, а аспекты там остаются. Ой, чуть тебя не ударил. Вот. Короче, очень круто все сделано для мультиплеера, для... Там теперь алтарь появился, чтобы крафтить вещи более сложные. Там надо строить свои алтари. Короче, вообще офигеть. Там теперь... Короче... О, господи. О, это чё? Это я. Гаст во мне появился, или я в гасте. У меня 240%, я ни разу не упал. Я про. И там еще один чувак ни разу не упал. Ага. Стив, наверное, или кто там. У него скин Стива. Блин, мне фиг пишут. О, ТНТ. Ой, мы вдвоем остались тут на одном острове. Все, стоим тут. Мне бы супчик. Или хотя бы какую-нибудь жратву. О, зажигалка. Я кинул ТНТ им. Ага. Я взорвал одного чувака. Но он не упал. А вот тот чувак, что на первом месте... Он вообще тоже ни разу не упал. Я на первом месте. Нет, там чувак один на первом месте. А у меня я на первом, а потом чувак. Ну, без разницы, вы на первом месте. Это знаешь кто? Это чел, у которого 165%. Он меня поджег. А я и сел на него, оседлал. Лол. Я вообще
боюсь туда идти. Вы на той стороне? Другой. Да, давай, иди сюда, тут вообще тусовка. Мы этого Джонни бьем. А, вижу, вижу, у него 200%. Да, летел. А у меня 300. Yes! Скинул. Ой, вот этот смокинг меня забрал. Чё? Я попал. Говно. У меня только... Вот этот... Дурак в костюме. Я с Джонни на 1-1. Чем? Этот мудак в костюме меня уже задрал, если честно. Он меня только бил. А, во, смотри, этот конченый придурок, извините, что так выражаюсь, но просто уже задрало. Он, короче, меня целую игру тупо бегает за мной только. Нет, нет, нет! Ты чё, дурак? Бомбануло. Бомбануло. Вообще какие-то крысы попались в этом раунде. Это действительно, этот мудак за мной, короче, целую игру бегает. С места на место. Неизвестно. Мясо. И все, молчание. Короче, я пошел от них. Куда ты пошел? От них. Ой, нашел железный меч. И к тебе пришел. Ага, вижу. Hello, motherfucker. Самые большие две крысы остались против нас. Деревянный меч, возьми. ТНТ тут. ТНТ. У меня джекпак или как он там называется. А-а-а. Короче, зажигалка. Зажигалка. Ой. Чё? Да, это сидел. Втягивая живот. Сейчас это. Облокотился на спинку стула и так хорошо стало. Кайф. Это как это? Не знаю. Охренеть, какой кайф. Не знаю, как это, классная женщина или нет, когда они снимают каблуки вечером. Не знаю, не проверял. А я почему-то думаю, что проверял. Нет? Никогда в жизни даже не пробовал носить каблуки. Даже вот, ну просто одеть. Ну завтра у мамы возьми, попробуй. Может какие-то новые ощущения будут. Нет, вряд ли. Вряд ли? А они чё, в команде? Нет, они дерутся. Так пускай дерутся быстрее, а то... Ладно, чё ты? А, чё, жалко, чё что? Один к тебе пошёл. Я вижу. Снизу. Ну, в принципе, у него до хрена тут... Он супчик съел. Зараза. Умри! О, ТНТ! Осторожно, ТНТ! Осторожно! Ху, я улетел. Чувак думал, что это... Как его... Что это надо взять? Чувак улетел. А почему написала, что от меня? А потому что... Смотри, смотри. Оп! Ну, а чё так? О! Ты чё меня стукнул? Ау! Скидывай эту заразу. Давай. Блин, ты дурак. Ты меня скидывал? Да нет. Да? Да. Просто это в чате не написалось, потому что я потом стукнулся. А, меня засосануло. Меня засосало. Из-за тебя ты, короче, меня убил, и я упал. Все, я сдох. Я чувака скинул. На втором острове грибной суп. На втором острове. Иди на остров, там грибной суп. Где, на втором? На втором, да, быстрей. Так. Давай, для другой остров. Да жди ты. Тут еще лук. Чё за лаги? Давай, пока суп не пропал. Где? Да, вот, на лестнице. Да, вот там, налево. Вижу. Захавал. Молодец. Пожалуйста. Ты видел того чувака? Короче, он в ловушке сидит. Так. Ну сейчас. Короче, он там, где блоки разрушились, он туда упал. И блок над ним появился. Да я вижу. А сколько. Кто сейчас выиграет? У кого меньше этого? Процентов? Да. У него 241. А у меня 205. Значит, я к нему подходить не буду. Help me. Я бы сейчас себе написал.
Почему я не могу в чат писать, блин? Короче, у меня одна жизнь, и у него одна жизнь. Если сейчас он у него больше процентов, чем у меня, если он сейчас выиграет, это уже конченая настройка системы вообще. Все. Он выиграл! Как? Почему он? Он выиграл! Твою мать, ну кто это вообще придумал вот такую херню? Рандомную. Наверное, знаешь почему? Потому что он больше скинул. Да. А, ну может быть. Ладно, тогда сейчас, в принципе, нажмем на паузу и продолжим. Я думаю, еще только один раунд, не три раунда, так как этот раунд 10 минут шел. Ладно, все, нажимаем на паузу. Я уже умер. Чё? Я уже умер. Да, короче, это второй раунд, мы продолжаем. Фреш уже умер. Я, короче, заскалился, такая граната около меня. Взорвалась. Во, я сзади, 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 сзади. Чувак, это или это чувиха? На войне, как на войне. Это чувиха. Чувак, чувиха. Ой-ой-ой, тут какой-то Стив бородатый. Ой-ой-ой, бородатый Стив с луком или на спине, или чё это такое? Чё у меня за лаги? Тебя тоже? Как у меня? Нет, сейчас нет. У меня что-то сервер как бы подглючил. Или что это? Напугался. Я чувака в центре фугу сейчас. Офигеть, там ползамка нет. Чувиха. Вижу. Губами. Улетела? Нет, не улетела. Улетела. И ты улетел. Нет, мы внизу. А, там еще этаж есть, как бы. Да сколько вас тут чувих? Вот прям это дискотека, 80-ка. Я что-то вообще полетал немножко, и говорю, что-то сервер глючит у меня. Ну, у тебя. У меня норм. Все, я на самом верху залез сюда. А я сейчас это, газа пущу. Чего? Я шучу. Так, яблочко. Отлично. Блин, жалко, что я не снимаю. Так. Офигеть, видел, как четко было? А, это ты видел, как четко было? Да. Я прищу рядом с вами бегаю. Бей эту сразу, бей. Алмазный меч! Уф, нифига себе. Это я не бегаю. Чувиха. Нифига себе, сколько у нее уже процентов. Есть. Вообще полетело. Все. Я сзади, так что не бей, мы пока будем в команде. Фу, я уже думал, я упал. Это там какая-то дырка была. Фу. Так, чё? Где вообще эти засунулись? А вот внизу. ТНТ! Говнюк! Вот он! Он, короче, сделал самоубийство, убил меня и убил еще двоих. Ни хрена себе. Это я, не бей. Он, короче, стоит, его все бьют, да. Он взял, скинул под себя гранату и все сдохли. Да. Ну, в принципе, он сам умер, но и всех убил вокруг. Ага. Самоубийство. Чё? Я чуть не скину, не вижу, когда бей ты его, стоишь такой. Да вали ты тут, заразу. У меня замедлительность. Где она? Тебя сосрало, да? Я в центрифугу попал. На меня опять сдох. Да хоре так дышать, ты чё, дурак? Так... Ух, ни хрена себе. Я не дышал. Ты не дышал? Я бил по микрофону. Да хрута, ну еще умнее. Бомбанул, ну блин. Бесит, вначале гранату под меня кинули, потом вторая снять гранату кинули, а третью опять под центрифуга, блин. А, меня чувиха скинула вот так. Ух, офигеть, что было? Да, что-то взорвалось. Меня-то чувиха скинула с Волоты. А первая чувиха уже умерла. И это ты умер? Угу. Чё-то ты сегодня в Смэш не тащишь.
Всегда тащишь, сейчас не тащишь. Летом мы с какими-то крысами появляемся. Или нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты вообще тут, нет? Нет. А где? Я ушел. Стив с мечом, с луком на спине. С железным мечом. Иди ты в жопу. Сзади него та чувиха, которая меня скинула, которая всех скинула. Ну, ты, может, что-то скажешь или будешь молчать? Я психанул. Всё. Ну да. Я обиделся на чувиху. Я понял. Она меня изнасиловала и вышла. Что ты сегодня какой-то ненормальный. Норм. Ай-яй-яй, чувиха, иди в жопу, чувиха. Где чувиха? Чувиха. Реально, чувиху что-то засосало куда-то. Так. Тут еще... 4 минуты до конца матча. Да. О, чувиха сдохла. Ни хрена себе ты меня пнул. Железным мечом. Харен. Слушай, ты... Бородатый Стив. Мне уже 121%, я чё, вообще сдурел, Стив. Супчик, как отлично супчик возле меня заспавнился. И у него супчик. Нам, короче, супчики дали, и ему, и мне. Я не знаю, как. Бог такой, я подарю вам супчики, ту-ту-ту-тун. Да, этого бородатого Стива хрен скинешь. Я его скинул. Да, молодец. Ох, у него еще одна жизнь. Да. Ой-ой-ой. Чуть не упал. Да чё за лаги? Супчик. Я нашел супчик. Ой-ой-ой, что-то там за окном пролетело, ты слышал? Да. Всякие гонщики тут. Фу, так, у меня супчик. Слышишь? Угу. А у тебя супчик? Сейчас пойду сделаю. Как, у меня грибной супчик. А, у меня будет овощной. Чё за хрень? А, это он. Давай. Чё за хрень? Да... О, бородатый Стив. Стив, ты упадешь, нет? Ой, клик. Все, я Спектр. Ой. Че за хрень? Че меня так пнуло? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бородатый Стив меня чуть не скинул. Фу. Внизу, короче, этот. Вот он назад, там, короче, этот. Центрифуга. Наверх назад. Вот там чувак. Направо. Он поднял? Направо, да. Нет. Направо. Да, сюда. Вон, центрифуга. Супер, молодец, засосал. Его не выкинуло. Где он? Выкинуло! Это я вообще ему отлично под ноги кинул, он что-то там сидел, ничего не вырубал. Он shift написал, он shift нажал. Да. Ну короче, я думаю, 2 раунда хватит. Короче, 2 раунда у нас что-то вообще очень долгие оказались.
20 минут, mm-hmm. прикинь, 20 минут, офигеть. 2 раунда. Я помню, мы записывали 3 раунда где-то за минуток 15. Нет, 9 минут было, 3 раунда. Да. Ну, короче, извините, что 2 раунда, но просто раунды действительно очень долгие. И поэтому все, я думаю, можно прощаться. Ставьте лайки за то, что Фреш вернулся. И... Да, всем лайки, всем. Да, добра. Да, что он нарезал там теплые края. Я загорел, кстати. Ну, отлично. Я думаю, это... Я думаю, это вообще многим будет интересно, как Фреш загорел, в каких местах. В зоне бикини, может, где-то, нет? Моя извращена фантазия. Ну, всё, давай будем заканчивать. Всё, успокойся, только успокойся. Да. Узбагойся. И ты туда же. Всё, давай, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Говори пока, идиот.